Как-то на рубеже нулевых и десятых годов я купил себе велосипед. Форвард назывался. Местного пермского производителя. Вот такой он был. Оранжевый с черным. Крутой горный велосипед. Но почему-то дед тогда плохо на него отреагировал, рассердился на меня, то, что я купил, может быть, то, что деньги потратил. Хотя я уже к тому времени зарабатывал сам. Работал на работе за среднестатистическую зарплату. Так что мог себе позволить купить велосипед. Не такой уж он был дорогой. И вот я катался на нем и летом, и до глубокой осени. Даже после работы мчался домой, чтобы потом покататься по району. И вот как-то один раз я устал очень на работе, но мне до усрачки хотелось покататься. Я сел на автобус после работы, приехал домой, взял велосипед и поехал кататься. И вот чуть-чуть я не доехал до дома, и у меня случился приступ тахикардии. Я так испугался. Ладно, был возле дома и как-то дошел до дома, сбросил велосипед в подвал, чтобы его не украли. И пошел домой. И вот с тех пор на велосипедах я больше не катался. И велосипед я продал. Вот такая история получилась с моим велосипедом.